день. Прости меня. Мне некому больше позвонить. Мне очень страшно. Спасибо тебе, спасибо, что ты приехал. Все хорошо. Успокойся. Каша, я тебя сильно люблю. Хотел забыть, не получилось. Атах! Да. Алло. Лер, здрасте, это Артем, Наташа муж. Здравствуйте. Короче говоря, она дома не ночевала и телефон мне не даст. Хорошо. Давайте, может, я приеду, я попробую поговорить с подругой, и если что-то узнаю, то... Перезвоните мне, если что-то узнаете. Скажите, Наташа дома? Хозяев нет. Может, тогда подскажете адрес ее ресторана? Садовая, 4. Садовая, 4. Спасибо. Пожалуйста. Натка.
Опаздываем? Я тоже. Не выспалась? Или что-то случилось? Это нормально все. Ну, подожди, подожди. Ну, я же вижу, что ненормально. Не хочу об этом говорить. Хорошо, не говори. Тихо. Успокойся. За что? Поплакала, я не стала. Пойдем. А то сейчас вылетит от начальства. Там ведь какое-то важное совещание. Да закончилось оно уже, наверное. Наверное. Где была? Прости, я... Ты накричал, я испугалась. Наверное, разговор с Потаповым был не из приятных. Я подумала, что тебе нужно побыть одному. Я в отеле ночевала. На нервах. Давай собирайся, в ресторан тебя завезу. Кстати, как там у тебя дела? Все хорошо, справляюсь. Я же твоя жена, должна соответствовать. Кирилл, значит, слушай сюда. Планы поменялись, в Славск ты со мной не едешь. У тебя другая задача. Пока меня не будет, будешь присматривать за моей женой. Хорошо, я понял. Городецкий? Хочешь, чтобы я за Наташей следил. Зачем? Я откуда знаю. Слушай, Кирилл, а ты про Дениса мне ничего не ляпнул? Ты что, с ума сошла? Эта информация за отдельные деньги для Потапова. Это понятно? Понятно. Ли. Да не дуйся, ну чего ты? Пахнешь так хорошо. Чего ты? Я тебя что попросить хотел, Лита? Ты можешь с этой Наташкой поговорить? Ну там, по девичьи, как вы это умеете, вообще разузнать, что у нее в голове происходит, а? Могу. Только что мне за это будет, а? Что тебе за это будет? Да? А ты, я так понимаю, та самая недисциплинированная медсестра? Меня зовут Лариса Васильевна, я врач и абилитолог, и твой непосредственный начальник, ясно? Валерия Дмитриевна, будьте добры, скажите, что лежит в верхнем ящике вашего стола? Что, я не понимаю? От одного из пациентов поступило заявление, что ты вымогаешь деньги за свои услуги. Я вообще не понимаю, о чем идет речь. И он видел, как ты вчера конверт с деньгами положила себе в стол. И указал точную сумму и конкретно какими купюрами давал взятку. Пожалуйста. Все видят, да? Смешно. Что и требовалось доказать. Ты уволена. И скажи спасибо, что не по статье. Можешь ничего не отрабатывать,
Лариса Васильевна со всем справится сама. И будь уверена, на работу тебя никто не возьмет. Потому что я постараюсь, чтобы все узнали, кто ты есть на самом деле. О, Лерочка, ты вернулась? А что такое? С Наташкой что? Нет, уволили меня. За взятки. Какие взятки? Я не знаю, ничего не брала. Ой, ты что, что? Это Тамара, что ли? А где она? Я уже ничего не хочу. Не ходите к ней, пожалуйста. Я домой. Чего стоим? Она сейчас операция. Погоди. Чего? Леру уволили. Когда успели? Мы только что пришли. Что значит пришли? Вместе? Да, встретились у входа, вместе пришли, Астов. Слушай, ты когда-нибудь думаешь своей головой? В каком смысле? Кто-то настучал Тамаре, чтобы вместе. И она уволила Леру. За что? Ты что, не понимаешь? Твоя бывшая уволила Леру из-за ревности. Сейчас разберемся. Ты что творишь? Что? Что? Ты прекрасно знаешь, о чем я. А, это ты о увольнении своей любовницы, да? Доложили уже или старый сводник Иван настучал? Какая ж ты... Какая? Какая, Дима? Давай, скажи. В общем так, или ты восстанавливаешь Леру. Или? Или ноги ты моей больше не увидишь в своем отделении. Тогда и ноги твоей больше не будет у меня дома. И сына ты не увидишь никогда, понятно? Ты этого не сделаешь. Стрижак, ты плохо меня знаешь? Сделаю еще как. Он уже официально мой сын, и он любит меня. Я в любом суде докажу свое право на общение с сыном. В каком суде? Блудный папаша, который 5 лет не видел своего сына, кто тебе поверит? Как же хорошо, что ты меня тогда бросила, правда? Я прям судьбе за это благодарен. Я буду приезжать к сыну. И только попробую что-то предпринять. Тамара пошла? Ну, понятно. Нет, она так не умеет. Тогда чему ты радуешься? Да просто сейчас я смогу уговорить Леру работать у меня в центре. Сын, что же, у нее же жених есть, она замуж выходит. Ты об этом помнишь? Не любит она его. После того, как уехала сестра, у нее осталась привычка за кем-то ухаживать, она принимает это за любовь. Возможно. Но это ее выбор. Пройдет время, и она поймет, что любви нет. Это сделает ее несчастной. А ты? Ты любишь ее? Люблю. У меня такое ощущение, что мы знакомы лет 100. Что мы всегда были вместе. Иван Афанасьевич, я прошу вас, помогите мне с Лерой. Я на все готов ради нее. А пока помогать надо больному. Пойдемте. Все-таки это моя последняя операция в этом отделении. Когда ты приедешь? Бери уже отгула. Лер. Алло. Лер, я... Лер. Я все знаю, Наташ. Про тебя и про Дениса. Я вас видела сегодня утром. А, что такое? Молчите. Не оправдывайтесь даже. Лер, я... Прости, я не знаю... Как это? Да что ты знаешь, сестренка? Лер, я... Живи, как знаешь.
твой кофе. Спасибо. Еще что-то? Посиди со мной, пожалуйста. Представляешь, у Дениса были отношения с Лерой, и сегодня она про нас все узнала. Не поняла. Он что, снова к тебе богатенько решил подкатить? Еще хуже. В смысле? У вас что с ним? Я не знаю, как это получилось. Мы с Артемом поссорились, он психанул. Высадил меня на трассе. Это получилось случайно. Надка, ты ведь любишь его. Посмотри на себя. Ты думаешь, что говоришь? Скажи Кириллу, пусть он меня отвезет домой. Хорошо. Но подожди. Я забыла. С завтрашнего дня ты администратор в ресторане, так что принимай дела. Правда? Да. Спасибо, подружка. Этим Денисом. Что? Ну что? Ну, переспала. Ну да. Ну да. А дела? Кирилл, он только что сделал меня администратором. Да? Ну, поздравляю тебя, это хорошая новость. Это тоже молодец, перестраховалась. Твой человек просто нужен, понимаешь? Я чувствую себя последней сволочью, понимаешь? Не, я чувствую себя. Ты абсолютно глупо, перестань. Как ты, голубушка? Я не знаю, что мне делать. Как мне жить дальше? Да кончай ты, Потап, ну что ты все буксуешь? Все новые проекты я уже пробил. Вот, вот ты пробил! Меня не поставил в известность. Ставишь перед фактом. Ты вообще уже берега попутал, Тёмочка. Простите, Наташа, деловые разговоры. Можно? А как у вас жизнь? Все хорошо, потихоньку вхожу в дела. Как ресторан? Вчера с поставщиками встречалась, умудрилась у них скидку получить. Так что, думаю, найдем общий язык. Ресторан начнет опять приносить прибыль. Вот, прибыль. Учись, Тёмочка. Умница. Вот нравятся мне эти деревенские, понимаешь, они своего не упустят. Ну, так стараюсь соответствовать мужу. Иди. Хорошая девочка. Хватка есть. Смотри, подвинет тебя. Устанет двигать. Слушай, а где там твоя эта бывшая... Как ее? Амина или Алина? Без вести пропала? Понятия не имею. А может, это по старой привычке ее того? С бетон закатал? Придурок ты, Потап. Давай по делу. Так что будем делать с проектом в Корзухине? Но только так, чтобы без эмоций. А делаем мы вот что. Ты отдаешь мне ту самую флешку, и я ухожу с проекта. Вот и все. Потап, ну ты даешь, а? Так если я тебе ее отдам, ты же сам меня при первой же возможности в тот самый бетон и закатаешь. А что мне мешает это сейчас сделать? Так она, родимая, мешает. Флешечка. Маленькая такая, красненькая, пустячок. Она как ядерное оружие.
Никто не использует, но все боятся и сидят тихо. Да кто все? Кто все? Они знают только ты да я. Вот и все. Или еще кто-то знает, а? Потап, я что, на идиота похож? Но если со мной случится что-то, кроме естественной смерти, то эта флешка окажется на столе у прокурора. Вот она как. Да, недооценил я вас, Артем Сергеевич, недооценил. Ладно, проехали. Проводи, хозяин дома. Ну давай, Потап, не пропадай. Поверь, не пропаду. Наташа! Что, в ресторане правда все налаживается? Да. Хочу повара поменять, а то этот готовит все по старинке. Нашим клиентам интересна модная еда, а не котлеты. Рассказывай, как ты умудрилась у поставщиков скидки получить. Мне они не давали. Ну, а чего тебе давать? Ты богатенький дяденька, а я бедная несчастная девочка. Даже с одним поплакала. Только поплакала? Или еще что? Может, хоть богатенький, да уж старый. Так ты здесь старый. Не старый. Ну, тогда давай проверим. Слушай, меня в ресторане ждут. Да и голова у меня болит. М? Никогда мне не отказывай. Не говори, что голова болит, а то болеть будет нечем. Я понимаю. Прости, мне больно. О, больно, это хорошо, это заводит. Давай по-быстрому, а то 5 недель без тебя предстоит. Поехали. Да, конечно. Петренко отличный хирург. Моя программа ему нравится, так что у него все получится. Ну что ж, попробуй помочь Лере. Она сама не своя. Так. О, вот, конечно. На дежурство, а я даже переодеться не успел. Все. Привет. Привет. Лер, я за ответом пришел. Ну, ты пойми, ну, я ж не могу постоянно с завтраками кормить руководство. Ну, нам правда не хватает рук. Но дольше ждать не получится. Я соберусь, приеду. Молодец. Тогда я буду ждать. Нет, все хорошо, все хорошо. Вот, держи, как договаривались. Лиз, что не так? Тебе Наташку стало жалко или что? А ей на тебя как раз наплевать. Отмазалась на должность администратора и все. Да что она может? Всем распоряжается Городецкий. Вот именно, Лид, ничего она не может.
А Городецкий тоже хитрый, видишь какой. Обещал, что перепишет на нее ресторан, так и не переписал. А Наташка бедненькая на себе все тянет. Ну ничего, ничего. Это все пока. Это все пока. Знаешь почему? Потому что Потапов скоро основательно отодвинет нашего Артемия. И когда он это сделает, кто будет рядом? Мы. А я так и буду бегать в администраторов, да? Ну, поживем, увидим. Господи, как хорошо. Над, уходи от меня. Уедем куда-нибудь. У меня теперь крутая работа, и заработал денег, на первое время хватит. Господи, где ты взялся на мою голову? Я даже не думала, что может быть так хорошо. Когда ты меня целуешь, я чувствую на губах вкус счастья. Наталья, интересующая вас красная флешка с интересным видео у меня. Ах, вот как. Я готова ее вам отдать за $1 000 000. Ага. Вот это сюрприз. Бойкая вы, Наташ, бойкая. Но ведь вы понимаете, что мне надо несколько дней, чтобы собрать такую сумму? Сегодня. Иначе я отнесу ее в прокуратуру. Ну, а если ваш муж обнаружит? Не обнаружит, если вы все сделаете вовремя. Хорошо, не беспокойтесь. Я успею. Наберу вас. Артема? Да, привет. Привет. Чем занят? Работаю. А мне тут, представляешь, твоя благоверная звонила. Mm-hmm. Да. Что хотела? Что хотела? Ты не поверишь. 1 000 000. За флешку. Чего? Да. Я тебе говорил, она непростая девочка. Я понял. Улетаю. Что? Да лечу, говорю. А, летишь сюда. Ну, давай лети, лети. А то без тебя будет скучно.
Алло. Я уже сегодня выезжаю. Как только приеду, сразу в центр. Алло, Наталья, я готов на сделку. А, кстати, Артемий не появлялся? Это не важно. Нет, поверьте, мила моя, это важно. Вы его плохо знаете. У него прям звериное чутье, когда идет речь о бабках. Послушайте, то, что я вас знаю, мне достаточно для того, чтобы... Что? Чтобы что? Что? Давайте не будем. Сумма собрана, как вы и просили. Приезжайте ко мне, я вас жду. Нет, это вы приедете. На 27-й причал. Там, где баржа с песком. Баржа с песком. Прям как шпионское кино какое-то. Если мне что-то не понравится, и я увижу на встрече кого-то лишнего, например, бомжа, я развернусь и уеду в прокуратуру. Вам ясно? Мне все ясно. Но я сейчас прямо не могу поехать, я слишком занят. Давайте через пару часов. Да, я вас наберу. И, пожалуйста, после моего звонка отключите телефон, чтобы они отследили симку. Хорошо. Здравствуйте, я друг Артем Сергеевича. Здравствуйте, что случилось? Да, я боюсь, у меня для вас очень плохие новости. Артем и Наташа попали в жуткую аварию. Наташа жива? А где она? Она жива, не беспокойтесь. Просто она в очень плохом состоянии. А вы где? Я как раз приехала, я в центре города. Так а где моя сестра? Это замечательно. Значит, вы недалеко. Мы где? Мы на... Какой причал? 27-й причал. Да, вы увидите, там баржа такая с песком. Я поняла. Хорошо. Алло? Денис, Надка в аварию попала. Да, 27-й причал. Знаешь, где это? Да, я уже еду туда. Давай. Чего это вы? Пап, а у нас получился сюрприз? Получился. Это мне? Спасибо, очень приятно. Мне надо позвонить. Конечно, поедем. Сейчас переоденусь и поедем. Я с тобой. Пойдем. Я здесь подожду. Ага. Как дела в отделении? Все отлично. За Петренко тебе отдельное спасибо. Прекрасный врач. Уже начинает внедрять программу. Пап, а можно мы с мамой переедем к тебе? Мне тут так нравится. Я так мечтаю жить с тобой. Так, сын, так я и так с тобой. А можно еще вон туда?
Конечно, можешь. Давай, вперед. Смотри, вот так пальцы представляешь, так? Да? Ну как? Вот, молодец, пойдем к дорожке. Давай, давай, давай. Прям подходишь и прям с разбега ровно на середине кидаешь. Давай. Пожалуйста, давай. Иван Афанасьевич! Здравствуйте, скажите, а Лера уже уехала? Сейчас, сейчас. Нет, она так и не появлялась. Не, ну может по магазину куда-то пошла? Ладно, все, хорошо, я понял. Ладно. Что, попал? О, смотри, как много сбил. Давай еще раз. Давай. Наташа во все оружие, да? Деньги. Флешку. Она не со мной. Покажете деньги, расскажу, где спрятала. То есть ты ставишь условия, да? Тогда я тебе тоже поставлю условия. А мы тебе тут сестричку привезли. Чтоб не скучно было. Лера! Наташка, прошу тебя, отдай то, что им нужно. Ты сиди спокойно. Не психуй. Она же стрелять не умеет. Стой! Тёма! Удавлю. Не бей ее! Флешку забери! Хорошо. Любовника своего, да. Мои бабки с ним свалить решил. Но еще бы тебе не хватало, тварь. Пусти, сестру, она ничего не знает. Есть! Я дюрна! Понравилось моей женой кувыркаться? Твоим. Мне нужно ехать на работу. В общем, одному хорошему человеку стало плохо. Мне нужно помочь, понимаешь? Я к тебе приеду на выходные. Обязательно. Договорились? У Леры опять проблемы? Надеюсь, доедете без меня. Лера. Лерочка, потерпи. Терпи, уже скоро. Лера. Лера, держись.
Наташ, быстрее! Вы заявлять будете? Надо? Значит, не буду. Старое завещание господин Городецкий аннулировал, а новое составить не успел. Поэтому все движимое и недвижимое имущество перейдет его законной супруге Наталье Дмитриевне. Мне ничего не нужно. Где расписаться? Ресторан по бумагам, кстати, тоже не твой. Плевать. Где расписаться? Дело в том, что вы все равно должны сначала вступить в наследство, а уже после этого от него отказываться. Еще что-то ждать? Нет, ждать как раз не нужно. Это можно сделать прямо сейчас, подписав некоторые бумаги. Наташ, посмотри, что тебе дают подписывать. Вот здесь и вот здесь. Я догадываюсь. Василиса хочет, чтобы я отдала все ей. Прожить всю жизнь с Потаповым — это пытка, так что вы заслужили. Все. Теперь попробуйте со всем этим богатством хоть на 1% стать такой счастливой, как я. Неожиданно. Да. Даже пугать не пришлось, как мы думали. Или это звезды так сегодня удачно сошлись? Что с расследованием? А, да. Как вы и просили, мы немного помогли полицейским, и поэтому ситуация такая. Следствие изучило найденные на месте флешку и финансовые документы и пришло к выводу, что между Городецким и Потаповым был серьезный конфликт. Между ними произошла драка со стрельбой. В результате оба погибли. Прекрасно. Спасибо вам. Спасибо вам. Будет новая хозяйка. А я прощаюсь с вами. Спасибо вам всем. Всего хорошего. Наташа, тебе что, Городецкий совсем ничего не оставил? А у него ничего нет из того, что мне было нужно. Какие будут указания, шеф? В твоих услугах я не нуждаюсь. Что-то не так? Я в чем-то провинился? Ты предал Городецкого, а завтра продашь и меня. Так что свободен. И девку твою, как ее там, которую Наташка администратором сделала. Ее я тоже увольняю. Всего доброго. Я вас понял. Ты-то чего так радуешься? Ты понимаешь, когда у тебя начнется хирургия, тебе придется дело иметь с самим завкафедрой. А он тебе спуска-то не даст. Подожди, тебя что, не избрали? В том-то и дело, что со мной. Так что готовься, студентка-стрижак. Она будет лучшим в мире доктором, я это точно знаю. Дядя Вера, а ты будешь доктором, как мой папа?
Ой, пусть сначала научится, там посмотрим. Все хирурги, а помидоры порезать некому. Вот. Так, нужно срочно ремонтировать дом. Я ж этим и занимаюсь. А то племяннику будет негде дышать свежим воздухом. В столице-то с этим большие проблемы. Надка, я вас поздравляю. Ура!